ингредиентов в килограммах, в граммах, добавили воды, и вот буквально через минут через 5 мы подведем точные итоги, сколько это будет весить. Через 5 мы не подведем, потому что мы должны доделать. У нас остались еще продукты, и у нас есть еще наши повара российские. Ну, повара в кавычках, потому что это звезды нашей культуры, бизнеса, политики и так далее. Давайте я попрошу, я буду вас, друзья, вызывать, и вы, пожалуйста, выходите и становитесь между нашими ребятами. Будете вместе с ними рубить овощи, крутить лапшу и так далее. Барри Алибасов, человек, который... Барри Калинич, давайте вот сюда, человек, который, можно сказать, объединяет и вот это понятие дружбы народов, потому что это и татарские, и казахские, и русские, и даже американские народы. Барри Каримович, аплодисменты. Знаменитый наш телезнаток Александр Бялко приехал, человек, который знает о лагмане все. А вот я ему задам вопрос. Александр, сколько букв в слове лагман? 8. Это если по-узбекски, а по-русски? По-русски 6. Видите, все знает. Прошу, занимайте свое место. Замечательная, прекрасная женщина, телеведущая, Celebrity TV, которая способна украсить любую вечеринку, особенно гастрономическую, Наталья Курачева. Пожалуйста, Наташа, давайте к нам, расправьте эту мужскую компанию своим прекрасным видом. Тоже для вас найдется на ваше прекрасное платье хороший фартук, чтобы спрятать его. Так, а кстати, дорогие друзья, вы можете сразу брать перчаточки, потому что, я так понимаю, лучше резать в перчатках будет. Так, великий поэт, песенник, человек, который создал неофициальный гимн России, песню «Как упоительный в России вечера». Знаете эту песню? Знаете. А помимо этого еще 150 песен, такие как «Позови меня тихо по имени» для группы «Любэ», «Дева-девочка моя» для Сергея Крылова, «Акапулька ай-яй-яй-яй» для Лаймы Вайкули. Все, Виктор Белинягре. Виктор Белинягре занимает свое место. Продолжаем дальше. Как я вам уже объявлял, замечательный, великий человек. Первый узбекский и единственный космонавт. Человек, который является героем России. Селимжан Шарипов. Просим аплодисменты герою России. Просим. Селимжан. Продолжаем дальше. Писатель, сатирик, автор огромного количества книг, над которыми смеются миллионы россиян. Александр Мешков. Александр, идите к нам. Идите к нам, становитесь где-то там же рядом. Прекрасный, я бы сказал, даже не могу сказать, лучший певец Узбекистана. Золотой голос Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и прочих городов. Уктам Хакимов!